В 11 серии второго сезона сериала «Тест на беременность» Женя застает Наташу и Руслан в недвусмысленной ситуации на эмоциях. Бахметьева ошибается в постановке диагноза, и лишь благодаря вмешательству Нади и Базанова удается спасти пациентку. Инга требует от Колмогорова отстранения Наташи. Ольшанская находит фонд, готовый оплатить операцию Миши. Центр репродуктологом трудоустраивается бывшая одногруппница Бахметьева и Базанова Станислава. Багиров сообщает Дине, что нотариус собирается отобрать у нее дочь. В отделение попадает последовательница свидетелей Иеговы. Женщина наотрез отказывается от переливания крови, без которого погибнет. Надя зовет Пашу прогуляться, но в это время весь медперсонал срочно мобилизирует в соседний йога-центр, под завалами которого оказались беременные женщины. Посмотреть очередную серию вы сможете 10 декабря.